Стали известны и первые подробности того, как хотел быть похоронен легендарный французский актер Ален Делон, который умер в воскресенье 18 августа в своем доме в Дош. Это коммуна, которая находится на юге Парижа. Ален Фабьен, Аннушка, Энтони, а также его собака Лоубо с огромным горем сообщают об уходе своего отца. Он безмятежно скончался в своем доме в Дош в окружении своих троих детей. Говорится в заявлении семьи. Как передает источник, Ален Делон хотел бы быть похоронен рядом со своими собаками на своей земле. Никакой национальной дани памяти не запланировано, поскольку актер при жизни ясно дал понять, что не хочет ее. Префектура дала свое принципиальное согласие, рассказал субпрефект департамента Луаре Кристоф Юро. Трое взрослых детей французского актера Энтони, Аннушка и Ален Фабьен, которые на протяжении последних месяцев яростно ссорились из-за лечения знаменитого отца. И теперь они разделят между собой наследство, оцениваемое в 245 миллионов евро. Будут решать, как организовать похороны, ограничить их кругом близких родственников или устроить пышную церемонию прощания. Напомним, звезда французского и мирового кино последние годы боролся с раком. У Делона была диффузия лимфома и болезнь Альцгеймера. В 2019-м он пережил два инсульта. Актер даже признавался, что хочет прибегнуть к эвтаназии, чтобы окончательно не превращаться в немощного старика. Любимец зрителей и критиков ушел за свет на 89-м году жизни, оставив после себя неоценимое творческое наследие. Славу Делону принесли фильмы «На ярком солнце», «Черный тюльпан», «Зорро», «Леопард», «Самурай». А многие помнят его и в нашем советском кинематографе. «Тегеран 43». Светлая память.